Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне. И, ребята, нашли мы спаун с папой. О, не, вот что я придумал. Это мы заберем, чтобы потом спаунить этих муравьев где нам угодно. Ребята, мы нашли спаун Кракена и нашли спаун частей Мобзилы, самого сильного босса в этом моде. Или The King, самый сильный, фиг его знает. Сейчас, ребята, нам нужно убить Кракена. Это простенькая затейка. Нам нужно убить Кракена, да. Может, действительно и простенькая. Но по идее, если так считать, Кракен, сам Кракен, да, то если так считать по всем фильмам, да, про Кракена, то он просто нереальный должен быть. И если вот так думать, то намного сильнее, чем тот же, допустим, босс там вот тех скорпионов, если вот так считать по идее, да? Чиманг, чего? Ладно, пофиг. Сейчас, ребята, мы опять бабуля. Главное, чтобы бабули не приставали. Если мы, например, будем бить Кракена и к нам еще пристанет бабуля, то как мы его убьем, да? О, охренеть. Hunger, Bleedness. Крипер, нет, не будем мы даже крипера этого трогать, если он такую хрень на нас кидает. Еще бы, конечно, найти вот того босса, спаун вот того босса, Jumpy Scale, потому что... Jumpy Bug, да. Потому что я, в принципе, не знаю, где его вообще найти. Ну, как бы, найти его точно так же, как того же Кракена, да. Только вот хрен его можно найти. Его только нам не хватает, ребята. Кракена, ну, в принципе, не хватает его убить Кракена и как бы его убить, да? И, в принципе, не хватает нам его кожи, как бы, да, чтобы сделать себе меч. Это случайно не он? Нет, не думаю. Да кто ты? Ты уже вот бабуля... Все, отлично. Дайте мне Jumpy Bug. Что-то его вообще нереально. Понятно, что реально, но я его уже просто столько ищу, что это не он. Эндер дракон. Охренеть. Что тут даже еще эндер дракона можно найти? Ладно, не будем это брать. В принципе, одна часть у нас есть, да? И хватит. Jumpy bug. Дайте нам... О, новая шапочка. Да, такой у нас еще нету. Коллекционируем мы шапочки, ребята. Дайте нам спавнера, Jumpy Bug. Че это вообще за босс? Прыгающий какой-то, кто... О, это что такое? О. Упали, да, бы? Так. Это... Ага, ну тут всякие... Так, вот где ты, вот оно. Чё это такое? Чё это такое, ребята? А, оно уже у нас есть, поэтому, в принципе, нет смысла его брать. Так. Ух. Jumpy Bug. А, тут мы уже были, да, если вот тут это все раскопано. Значит, полетим куда-то туда. Как он выглядит, я опять забыл. Ну, что-то красненькое, да? Ну, да, что-то такое красненькое. Ну, в принципе, более такое, если так считать, то не очень светлое, а более такое темненькое, да? Поэтому нужно смотреть только на темные спаннеры, такие красные и темные. На остальные даже нет смысла смотреть.
А если мы бы вот так по шахтам лазили, вот это искали в шахтах? Сколько бы это времени заняло? Это вообще бы капут. А вот так, вот в этом мире, тут они вот так спавнятся как раз. Тут горы везде, да, и они спавнятся в горах. Так, это что такое? Да тхары лагать. Капут, ну и лаги. О, это что? Это тоже что-то драконы, да, что-то такое. Нет, это мобзилы. Отлично, нам еще до мобзилы остался 4 части ее найти, и мы сможем ее заспавнить. Да, его, да. И фиг мы его, в принципе, убьем. Если бы ты еще не лагал, это было бы вообще просто-напросто отлично. Нет, одно и то же. Так. Ну не вижу я вот этого спауна, хоть капут. Может вот тут будет? Нет, тут тоже. О, это нет, это что-то другое. Это что-то другое. Хотя, в принципе, можно проверить, что это. Может какой-то еще другой такой. Girlfriend. А, девушку, мы девушку можем заспавнить, отлично. Так, что тут еще есть? Гу-г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 у. Это что? О, это вот тот дракон, как бы дракоша такой, да? Опять бабули летают. Больше я нифига не вижу. Нифига. Че ты бьешься? Зараза, да? Иди сюда. Сейчас мы тебе... Так. Куда мы? Вот давайте сюда куда-то полетим. Бум-бум-бум. Jump is back. Капут, что ты такой редкий, хрен тебя найти. Мы кракена 3 штуки нашли. Ну, как бы в одном месте, да, они так заспавнились. Но все же, мы его нашли. А вот тебя... Может, в принципе, мы тебя и находили, но пропустили. Тоже такое, ты знаешь. Знаете, летишь-летишь, не видишь, а оно где-то возле тебя там было, и ты даже не увидел. Тут что-то... Это фиг его знает, что я поднял. Но такое у нас уже есть. О, это что там? Да капут, ты глючишь! Глючишь! Ну ты когда долго летаешь, да, и когда мир прогружается очень много, то оно вот так начинает глючить почему-то, фиг его знает почему. Ладно, давайте куда-то вот сюда полетим. Летающие острова всякие. Я так понял, ребята, джемпи бега я, наверное, потом сам найду. Потому что вот так летать, это просто сдуреть можно. Да, я его потом сам найду, ребята. Сейчас мы убьем просто-напросто кракена, да и все. Так, сейчас. Ну что ж, ребята, спауним кракена. Что-то я, если честно, немного очкую. То, что очкую, но просто это должен быть какой-то нереальный босс, мне кажется. Так, кракен, где он? Там 3 штуки, да, вот. Ух, no, don't. Ага, даже написано, типа, нет, не делай это же кракен. Как ты его хочешь спавнить? Охренеть. Ух. Ребята, мы его даже не убьем, он летает, а не плавает. Это же кракен. А как мы его убьем? Он же летает. И мы его в жизни почти что... А, нет, сносим. Просто его как-то бить нужно. Как-то вот... Так, что ли? И че, он пропал?
Ты чё, прикалываешься, что ли? Чё-то какой-то странноватый кракен, и как его убить, если он пропадает? Ты походу реально что-то попутал, кракен. У меня есть одна идейка, как его убить, но если он вот там залагает и не заспавнится, или сразу пропадет, это будет не очень. Да не вот, кракен. Давайте попробуем то, что я хочу, то, что я думаю. Только нам нужно вернуться в обычный мир. Будешь ты спавниться? Нет. Нужно нам вернуться, ребята, в обычный мир и попробовать заспавнить его где-то в шахте, чтобы у него не было возможности лететь вверх. О, это дракон заспавнился тут. Да, но я знаю, что этот дракон, как бы его не нужно убивать, его можно приручить. Вот так, сейчас. Это что там такое? Это случайно не джамписки? Это походу то. Я не уверен. Охренеть, ребята, мы еще и вот это даже нашли. Ребята, нам сейчас нужно их убить. Все, мы отсюда выбираемся нафиг, идем мы в обычный мир. Так. Сейчас, нам бы найти какого-то муравьишку, чтобы просто-напросто отсюда свалить. О, дракончик. Они красные, да, как я помню. Они вроде красные. Ну, муравьи, да, муравьи. Муравьи. Когда вы нужны, то... Вот. Фу. Капут. Это капут. Нашли мы кракена, нашли мы... Итак, ребята, у меня есть одна идейка, как убить вот этого кракена, потому что он летит слишком высоко, его просто-напросто нереально словить, можно и так сказать. Сейчас, давай... Да, вот, джемпи, вот, отлично. Отлично. И вот этого тоже сразу же убьем, если получится. Ребята, я же рыл шахту, у меня же есть шахта, я там нормально так прорыл. У меня есть такая комнатка, если получится, то он там заспавнится, и мы его попытаемся убить. Если получится. Вот такая комнатка, совсем небольшая такая, нормальная, да? Где ты? Все, отлично, лучше иди нафиг. Так, комнатка. Ну что ж, пытаемся. Он тут забаганный, ребята. Его тут даже бить не нужно. Как бы идет гроза, да, что он вот кракен, но его походу даже он... Ух, вот это реально офигенный баг. Ну, не то, что офигенный баг, но... А он да... А, понятно. Короче, это вот так нужно стоять и бить, 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 бить. И у него и так урон наносится, так как он, в принципе, застрял, да? А если... Сейчас. А вот так... Нет, так урон тоже не наносится. Но походу он тут забаганный стоит, и его вообще никак нельзя... Ну, если он там будет стоять наверху, если он, ну, как мы его пытались убить, он просто-напросто куда-то улетает. А когда он куда-то улетает, и потом еще напросто просто пропадает, поэтому... Охренеть! Вот это джампи баг вот это, да? А, его тоже сейчас мы завалим. Его как бы тоже нужно, да? Охренеть. А если бы у нас не было вот этой броньки офигенной, как бы мы его бы убили? Вообще никак. Ах, сколько вас тут? А кракен пока что пускай его там
умирает, да? Сейчас мы и тебя тоже убьем. Так. Давай. Охренеть. Они нам почти... Они нам вообще нифига не сносят. А если бы сносили, то убили бы за секунду. Хрен его знает. Ребят, если бы у нас была железная броня, то сколько бы они нас убили? Если бы его так били. За пару секунд. Все, мы его убили? Нет, еще нет. Все, убили. За капу. Да сколько вас... Охренеть. Они тоже мини-боссы, да, можно сказать. Отлично, убили. А Кракен потихоньку там умирает. Аметист. Так, вот эту штуку нам нужно поднять. О, аметистовый блок выпал, нифига себе. Все, ребята, остался нам Кракен. И мы сделаем себе вот тот меч. Кракен, давай ты побыстрее, может, чуть-чуть. Я понимаю, что ты жирный. Да даже слишком. Но все же. А вот просто... Ладно. Сейчас. Итак, ребята, я немного тут ему расчистил вот сверху, чтобы он имел возможность вот так прыгать туда-сюда, да, немного летать, так как он, в принципе, в воздухе просто летает, и мы бы его никак не убили, а тут хотя бы вот так. И почти что я его убил. Так, давай, давай. Вот так мы его снизу бьем, бьем, и, в принципе, очень так быстро убивается. Вот, отлично. Отлично, ребята, мы его убили, и выпал с него вот этот лук офигенный. Так, что тут еще выпало? Так, отлично. Отлично. Так, и вот этот меч. Вроде мы выбили, ли он у нас был. Я если... А что это за новый? А, нет, это не новый. Он даже хуже, чем этот. Просто Experience Sword. А он у нас был или мы его выбили? Я, если честно, да, что-то не заметил. Ладно. Ну, в принципе, ребята, убили мы вот этого Кракена, убили мы Jumpscale, да? Что тут есть еще у нас? Так, ну, всякие вещи, да, можно и так сказать. И, в принципе, ребята, давайте на этом уже закончим. В следующей серии мы сделаем себе вот тот офигенный меч. Ставьте лайки, ребята, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.